Сегодня мы решили выйти на ночную рыбалку. Здоровье. Ребят, повторю фразу Михалыча: трусим холодильники. Всем привет! Сегодня мы решили выйти на такую небольшую ночную рыбалку на наш примосток, который был в этом видео. Вы можете посмотреть его по подсказке. В общем, взяли мы с собой вот здесь один рюкзак у нас, здесь другой, здесь лежат вещи. Здесь доска для нарезания и все прочее. Сейчас я вам покажу. Вот доска у нас здесь. Будем резать здесь или картошку, или сало. Сало мы с собой брали, картошку взяли, ножик, все необходимое, короче, взяли с собой. Тарелочка здесь вот. Помидорчик, это мы приготовим с картошечкой что-нибудь. Хлебушек здесь вот. Ножичек вот с ложкой, правда. Сало вот замороженное, небольшой кусочек вот такой, тоже с картошечкой, как раз будет вкусно. Ну и вот здесь вот чай в термосе. Взяли мы с собой также сегодня 3 спиннинговых удилища. Это с Алиэкспресс вот это удилище мы заказывали. Катушечку тоже покупали. Она, правда, уже старенькая, не знаю, сколько ей. Может, 2-3 года, может, больше. Вот также тоже я вот это с Алиэкспресс себе удочку заказывал. Вы можете увидеть, я ловил на нее с этой вот мостушки. Здесь вот я ловил с этого мостика, с примостки. Катушка тоже покупалась в Москве. Катушка вот эта тоже недорогая. В районе около, может быть, 1000 где-то. Ножовочку взяли, дров напилим. Здесь вот прикормка у нас. Кора, чтобы разжечь костер, собственно. Кормушечка вот такая обычная с крючками, ее мы закинем, забьем. Надеюсь, сегодня что-то поймаем, ребят. Вот такой DeepX тоже в Москве покупался с медом, тоже хороший активатор для клева, чтобы рыба хорошо брала приманку. Также вон, собственно, третье удилище. Два я вам показал, вот третье. Пилим дрова для костра. Одно есть. Дрова. Вот столько дров я напилил для костра. Вот заложили дрова. Сейчас будем разводить костер. Ну что же, разводим. Ребят, все-таки приятно, когда у костра ночью сидишь, можно приготовить что-то. Потом, ребят, в этом костре приготовим картошечку жареную, сало нарежем и будем кушать, и помидорчик. Так что, как говорится, не переключайтесь и смотрите нас дальше. Здесь стоит портфель. Сейчас я достану все необходимое, то, что мы брали с собой. Здесь, что у нас тут? Вот доска. Доска нам потребуется. Тарелочка. Картофан. Да, положу. Помидорчик нарежем. Ну и чаек попьем. Термос с чаем. Вот такой термос с горячим чаем у нас. До комаров их не будет, наверное. Хлебушек закусывать. Ножичек. Где он у нас здесь? Ножичек. Вилочка вот есть. В ножичке. Вот такая вилочка. Ножичек вот такой здесь. Это не знаю, что такое вот это.
И, ребят, напишите в комментариях, что нам еще приготовить или снять. Что бы вы хотели увидеть. Так, сало вот тут вот у нас тоже пригодится. Сало, термос, хлеб, картошка, помидор, доска разделочная. Нальем сейчас чайку, попьем. Горяченького чайку попить надо. Такой чаек, ребят. Фух. Давайте, ребят, за ваше здоровье. Хороший чай. Сегодня, ребята, может, поймаем рыбку какую-то там, не знаю, красноглазку, может, в кормушку сеткой поймаем. Ну тут, ребят, какая у нас рыба? Сом есть на трубах у нас. Скоро видео будет, как мы пойдем на сама на трубы. Там у нас с этого мостика, с этой примостки, вон с той примостки, там мы поставили удочки. Я уже об этом вам сказал. Надеюсь, поймаем какую-то красноглазку. Щуку мы ловили. Это вы видели в предыдущем ролике. Обязательно тоже все ролики наши смотрите, переходите, кому интересно. Здесь, на этом примостке, думаю, мы сегодня поймаем красноглазку какую-то, щуку точно мы не поймаем, судака. Ну, здесь, ребят, смотрите, у нас какая рыба. Какая рыба у нас водится? Щука, сом на трубах, потом судак, красноглазка, верхоплавка, карп, возможно, есть. Ну, невозможно, он должен здесь быть. На пруду рак здесь может тоже быть. На пруду рак есть. На пруду ротан есть также у нас ловится. Идем сейчас проверять кормушку сетки, пока костер горит. Пока не холодно здесь. Там вон машина стоит. Может, на ночевку кто-то решил остаться. Вот он, кормушка сетки стоит здесь. Посмотрим, что есть у меня, нет. Что-то тяжело. Ох. А, нет, ребят, ничего. Ничего в ней нету пока что. Сейчас я забью еще и закину. Так, забили. Вот так. Сейчас закинем кормушку с сеткой. Что-то недалеко налетит, правда. Ладно, пусть стоит пока что. Кормушечка с сеткой. Поставили вот так. Все, стоит наша кормушка с сеткой. Пока нарежем вот это сало. Режем. Потом будем жарить картошечку. Сало постенькое. Так. Сало маринованное, смесь перцев. Как-то попробуем замариновать вот так же это сало. Не это, а другое сало. Попробуем также замариновать как-нибудь. Перекусим сейчас пока. Мусор мы не будем выкидывать. Какие-либо пакеты. Забираем мусор себе. Также вот помидорчик здесь тоже нарежем. Ребят, повторю фразу Михалыча. Трусим холодильники. Мы будем кушать, пока перекусывать. Всем приятного аппетита, кто нас смотрит и поддерживает. Также вот картошечка. Сейчас очистим вот от этих отростков и в костер.
на угольки. Там угольки есть, по-моему. Вот угольки. Вот так вот. Закинули картошечку. Давай еще. Ох, какая же вкуснятина, ребят. Это просто не передать словами. Ну что, ребят, раздули пока костер, пока угли у нас здесь горят. Картошка пока у нас в угольках. У нас картошка есть. Вот здесь еще, вот она, картошечка. Это мы ее тоже, вот эту картошечку. Вот эту картошечку мы ее тоже в угли туда пустим. Вот сюда в угли. Ну а пока будем отведывать наше сало с помидорчиком. Всем еще раз приятного аппетита. Ну что, ребят, вот такая рыбалка у нас сегодня была. Поймали мы на кормушку сеткой одну красноглазочку. Если тебе понравился мой ролик с рыбалки, пожалуйста, не скупись. Поставь лайк, напиши крутой, смачный комментарий. И обязательно подпишись на канал.